Капусту ешь? Ну да. Я попробовала ее. Хочу тоже немножко пересоленная. Рома, ты это самое, как ее шлепанцы это свои? Собираешься это включить? Я не знаю, кто их туда кинул. Ну они грязные, из балкона принесли. Взял, потер их щеточкой так. Я принесла их с балкона, нет. Что там будут валяться-то? Их надо. Помой. Они портятся там. Ты же бегала в них, возьми, помой их. Высушить его, убрать их до лета. Ты же видишь, какие они грязные? Возьми все, все помой. Они уже отмокли, можно только протереть и все. Эти деньги, которые он торгует, они прилетают это просто мимо пальцев. Это не деньги, понимаешь? А он кучей заплатил-то. А теперь отбивают по 2000, по 1000. Что это за заработок? Мартышкин в другом, блин, занимается, мужик здоровый. Он бы кондуктором пошел, вот обувь, чтобы его зарабатывал. Да там они работают. Это несколько дней, потом отдыхают неделю. Вот и торгуй. Как эта женщина мне сказала. Говорит, ну, у меня бы чисто 23 тысячи выходит. Она еще не говорит там, кто ей там платит, ей билеты не дает. Деньги у нее остаются.